Всем привет! В этом видео расскажу, что надо брать с собой в дорогу, если вы много времени проведете на поезде или на автобусе. Ну или не что нужно брать, а что беру я. Итак, первое, это рюкзак. Никаких сумок, никаких пакетов, только рюкзак. Если вы, конечно, там летите через аэропорт, в самолете, тогда, конечно, подойдет стандартная 20-килограммовая сумка на колесиках. Во всех остальных случаях только рюкзак. Второе. Одноразовые тапочки, которые абсолютно не занимают много места. Вы в них ходите по автобусу, потом приезжаете в ваш гостиничный номер, и если гостиница нормальная, там будут новые, а эти вы выкидываете и используете новые. А так в поезде самая лучшая вещь. Так, следующее. Надувная подушка. Ну или не надувная, а с любым наполнителем подойдет, которая снимает усталость в шее. Многие берут эти подушки только для того, чтобы пользоваться ими в автобусе, но немногие знают, что ее можно использовать и в поезде, потому что, вот как вы видите, форма подушка идеально подходит под сиденье унитаза, так как многие брезгуют на него садиться. Берете ее с собой, вот так вот ложите на сиденье унитаза, присаживайтесь и делайте свои дела, и все будет у вас с полным комфортом. Так, следующее. Зарядки для ваших мобильных устройств. Обязательно берите вот там, где есть хотя бы 3 USB разъема. Потому что розетку вы, может, где-то найдете и на вокзале, ну или даже в поезде, но там будет стоять очередь. А так вы зарядите и себя, и любой другой человек может зарядиться. Вот у меня на 3 USB гнезда. Так, следующее. Наушнички. Ну тут понятно почему. Долго будете ехать, чтобы никому не мешать слушать музыку. Или вот планшет берете, закачали сериальчик и смотрите, никому не мешаете. Так, ну это уже не обязательно. Так, камера или мобильный телефон, чтобы сделать фоточки на память. Или там видосики записать. Потом берите не только наличку, но и кредитные карты, которые можно, ну, деньги всегда можно снять в банкомате. Если едете за границу, вот надо карту желательно с иностранной валютой. Это у меня одна карта в евро. Если кому интересно, могу снять отдельное видео, расскажу, как ее заказать, как получить и так далее. Так, следующее. Повербанки. Повербанков мало не бывает. Вот у меня один повербанк Xiaomi, второй дробак, по-моему, на 6000 и на 10000 мАч. Ну, тут правило такое, чем больше, тем лучше. У меня всего лишь по одному устройству можно заряжать. Вот тут одно USB гнездо, тут второе. Сейчас есть многие пауэрбанки побольше, там и на 15000 мАч, и на 20. Плюс там подсветки идут и всякие другие прикольчики. И телефон. Ну, это у меня запасной телефон. Основной телефон тот, на который я снимаю. В телефоне у вас должны быть закачаны офлайн карты. Кто не знает, что это такое, это карты, которые не требуют интернета. То есть вы их изначально закачали в телефон, а дальше вам интернет-соединение уже не требуется. Я закачал карту, там, допустим, Вены. Она занимает немного, всего 50 мегабайт. Поэтому закачивайте то место, где вы будете находиться, чтобы вы не потерялись, потому что интернет-соединение в любой момент может пропасть. И в телефоне также, если вы едете за границу и плохо владеете языком, должен быть тоже офлайн переводчик. Тоже не онлайн, который требует интернета, а офлайн. Самые простые элементарные фразы «я потерялся» и так далее вы должны в любой момент объяснить другому человеку, где вы потерялись и куда вы хотите попасть. На этом, наверное, все. Ссылочки на все товары будут в описании. Все. Пишите, что я не сказал. И пишите, что бы вы еще добавили. Либо наоборот, что я сказал неправильно. Всем спасибо за просмотр этого видео. Всем пока.